Мы находимся в городе Познань. Это такой памятник человеку без ног. Ноги отдельно. Как это понимать, что это значит, не знаю, но какая-то должна быть здесь загадка. Сейчас посмотрим, как зовут этого джентльмена. Си монументум регурис циркумспрайс пицца. В общем, друзья, я не знаю, что это значит, но что-то это значит. Пока все, смотрите обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.